Ребята, меня зовут Яна, я сейчас на улице. И у нас происходила в школе масленица. Я снимала, как масленицу сжигали. Так, и я, кажется, потеряла перчатку свою. Супер! А, нет, кажется, я вижу. Вот она лежит. Издалека это похоже на какашечку. Но это моя перчатка, не бойтесь. Если бы я не заметила, если бы я не начала снимать, тогда бы я бы и не заметила, что я потеряла перчатку. Так что... Ой! У меня из шиворота посыпался снег. Да. У меня весь телефон сейчас мокрый. Ну почему? Ну ладно. Это как-нибудь я исправлю потом. Ну, в принципе, вода, что может случиться, да. Но у меня такой телефон, что просто может все что угодно случиться. Еще один забор школы, там машина ездит. Вот там странно, что-то я не поняла. Тан-тан-тан! Почему-то палатка с вещами закрыта, а палатка «Союз Печать» открыта. Странно. Обычно «Союз Печать» в субботу не работает. Вот у меня тут блины остались с масленицы. Там их никто так и не покупал. Там я раздала все бесплатно. Там только два блина платно купили. А так еще два я подружкам раздала, потому что уже куда их? Потом из дома я объелась уже блинов. Грузовичок. Ух ты! Что-то он зеленый. Скорее всего, я сделаю новую озвучку этого видео. Но не знаю. Возможно, так и оставлю это же влог. Я прошла большую часть пути. Сейчас подхожу к хозяйственному магазину. Вот тут такой клевый розовый забор. Вот, а тут не клевый зеленый, прозрачный, черный забор. Закрытый магазин уже давно. И вот дорога, по которой мне идти. Вот дорожка эта. Вот по ней мне идти. Вот такие большие у меня ноги. Так, ребята. Вот там вот вдали. Ой, я чуть не упала на эту штуку. Там вот вдали за деревьями. Там вот мой дом уже. Смотрите, ребята, какую я клевую сову на ярмарке. Ян, ну это уже слишком. Я вот отсюда упала. Ну, ладно. Смотрите, какую клевую сову купила на ярмарке. Вот. Ну, это, конечно, просто игрушка, но она стоит 15 рублей. 15 рублей всего лишь. Я думала, она подороже стоит. Вот, ну, мне как раз не хватало какого-то украшения, какой-то изюминки для моего кукольного дивана. Кстати, еще сегодня выйдет серия... новый сериал. Вот его название я не буду пока говорить. Но сегодня выйдет этот сериал про кукол. Ну, вот такой сова. Вот такую собачку приобрела. Ну, не очень видно сейчас ее лицо. Точнее, мордочку. Вот, и вот такой браслетик, который продается на этой ярмарке каждый год. Не в первый раз уже такой покупаю. Вот такая собачка. И вон там уже мой дом. Быстрее бы до него дойти. Вот он, дом 4. Да. А вот какая квартира, я не буду говорить вам. У нас вот прям, ну смотрите, как замерзли. Просто вода замерзла вот тут. Сейчас я положу все в пакет. Мне тут уже... сборник целый всего. У нас прям вода вот так вот замерзает на каждой трубе. Превращается в лед. Вот, там тоже лед внутри. Вот.
Вот. Очень круто выглядит. Надо фоточек таких сделать. Сейчас сфотала. Круто вообще. Супер. Мне очень нравится, если честно. Как она так замерзает, так на каждой трубе почти висит лед. Но вот это и висит. Кстати, вот тут очень опасно ходить, потому что смотрите, какой лед. Хотя он уже тает. Сейчас я попытаюсь снять. Вот тут тоже такой лед. Блин, у меня прям вода капает сверху. Я пойду, пожалуй, другой дорогой. Там пойду. Там мой подъезд самый последний. Так что мне очень трудно до него идти. Из-за того, что я просто устала идти. Вот. Тут дерево вот так вот просто нагнулось. У нас снега был. Аномальное количество снега. И просто раньше были сугробы даже не вот такие, а выше. Вот так вот было. Очень высокие. Я в одном сугробе утонула по шею. Это соседний дом. Высотный. Я, кстати, переехала, да, в пятиэтажный дом. Раньше я жила в 16 или 15-этажном. Возможно, скорее всего, в 16-этажном. Вот. Ну, что ж, ребята, давайте. Вон он, мой подъезд. Вот он. Ну ладно, ребята, давайте, пока. Легче, проще, уже не кажется так бесконечным без тебя. Ночи хочешь, мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня. Мало половин, мало половин.